Привет, дорогие мои друзья и подписчики. Вот. Пивасиком тут, блядь. Балуюсь тут и крабовыми палочками. Тут, блядь. Вот. Ну что, блядь, вот Новый год наступил. Короче, но праздник еще продолжается, блядь. Ну, по крайней мере, у меня. Не знаю, там, как у других, там, по их там рабочему графику, вот. Ну, у меня до 7-го, короче. Выходные. 7-го все уже на работу, в командировку. В командировку отправляемся 7 января в Лесозаводск. По находке у нас, короче, тут кикос по мусоркам, завал. Ну, у нас вот тут. И вот он, вот возле нашего дома тут сразу две стоят. В одном месте и в другом. Вот, не тут, рядом, недалеко, короче. Вот, и завал, короче. Что на одной, что на другой, короче, кикос. Отобрали у нас находку. Вот. Частник отобрал у нас находку. Нашу сферу деятельности тут. Находки, блядь. И все, нам командировки только оставили, блядь. И, короче, кикос тут, блядь. Как Титаник в океане сейчас находка утопает в мусорках. Вот так вот. Вот. Ну ничего, скоро ПО вернется в находку. Все равно вернется. Вкусненькие крабовые палочки, блядь. Вкусненькие.
Вот так вот, один я тут и прозябаю. Печалька, печалька. Ну, если кто это сама желает, чтобы я тут, ну, не пиво, а, допустим, а там, нахуй, вино, там, коньяк какой-нибудь там жахнул, ну, посодействуйте, ну, помогите, я обязательно возьму коньячка или винца и, ну, сниму ролик вам. Скажу, вот, поблагодарю человека, который задонатил мне. В описании номер карты будет там Сбер или Примсосбанк, как удобно будет. Также могу и это сама. Вот, в командировку поеду, вот, 7 числа. Если желаете, чтобы в командировке я конкретно так же, по-взрослому так. Ну, спонсируйте там, помогите, подкиньте, я возьму там и, блядь, командировки там жахнул. Все. В Лесозаводске. В Лесозаводск едем. Там в Лесозаводске мы работать будем, а гараж наш, это база там в этом, в Дальнереченске. Вот, Дальнереченский она стоит. И это самое. С Дальнереченска уже будем ездить в Лесозаводск работать. Короче, по всему Приморскому краю. Таки кос, таки кос. В Уссурийске вот это самое,
целых 3 недели там работал. Ну, не в самом Уссурийске, там, в Сергеевке, там, в Пограничном. Вот. Вот. В Уссурийске там в гостинице жили, вот гостиница «Вояж». Даже не гостиница, а отель «Вояж». Такая, блядь, вообще гостиница, отель. Во. Там, блядь, комфорт. Комфорт там, блядь. Конгениально все там, отлично там, безупречно там. И в простых номерах, и в люксовых номерах там, блядь. Вот. Отлично все там, блядь. Безупречно. Вот. Там даже эти, ну, если там желаешь, там могут там девочек вызвать тебе. Вот. Администратор сам, вот к администратору подходишь, там говоришь, там хочу девочек. Ну, без проблем, все. Раз. И это самое. Вот. Звонит там в интимное агентство, приезжают там 3 или 4 девчонки там и тебе в номер подходит там тук-тук-тук, оп, открываешь там, здравствуйте, там девочек вызывали, да, вызывал там все, вот что там, как, что. Ну, и выбираешь там. Вот. Ну, дороговато. 5 тысяч в час. Вот. Вот так-то. Да. Да. Машинка. Такие-то дела, дорогие мои друзья и подписчики. Так, ну, что, это самое. Крабовые палочки. А срок летел мой ураганом, посылки шли рекой, двери в штабе к зампобору открывал ногой. В зоне карты телефоны и по интернету порно, да чтоб я так пожизненно сидела. В зоне карты телефоны и по интернету порно, да чтоб я так пожизненно сидел.
А так оно и есть. Это реально, это действительно зона, в зонах там, ну, в лагерях, в тюрьмах там, все там, все эти, блядь, дела там, вот. Как говорится, все зависит от полноты налитого стакана. Вот так-то. Или, как еще говорят, любой каприз за ваши деньги. И все там, блядь, и телефон там, все там, блядь, будет интернет там, нахуй. Вот, вот. Вот так-то. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом ограничимся. Я вас еще раз всех поздравляю с наступившим новым 2024 годом. Желаю вам всем в этом новом году вот счастья, успехов, как в личной жизни, так и на работе. Вот. И пусть вас минуют все невзгоды, все какие-то печальки, неудачи, вот, непонятки. Пусть вам сопутствует весь этот новый наступивший год лишь только удача, успех, вот, радость по жизни. Вот. Вот.
Спасибо вам всем за то, что смотрите мои ролики, вот, за то, что вы подписаны на меня. Я премного вам благодарен за это. Давайте. Удачи. Берегите себя, своих родных и близких. Это самое главное. Вот. И относитесь к людям так, как если хотите, чтобы и к вам относились. И не желайте своему ближнему того, чего вы сами себе не пожелаете. Вот. Давайте. Всем пока. До встречи. До встречи. До новых встреч на стриме, в роликах. Стримы обязательно будут.